Россия, Украина – разные государства, но русские и украинцы – это братские народы. И цель проекта, реализуемого украинской национально-культурной автономией «Поезд-дружба.ру», направлен на укрепление дружбы между народами, гармоничное развитие межнациональных отношений. Ведь у нас в городе проживают представители многих национальностей. Наш город, он действительно и многонациональный, и многоконфессиональный. Город Димитровград – это маленькое отражение нашей великой России. Наш город награжден орденом дружбы народов. И мы гордимся все вместе с вами этой заслуженной наградой. В рамках проекта «Поезд-дружба.ру» в городе провели фестиваль «Народный коллектив ансамбля танца «Юность», «Народный коллектив ансамбля танца «Грация» и ансамбль «Украинская песня Черемшина» порадовали димитровградцев танцами и песнями. Спасибо местным жителям, что дали возможность занять достойное место в обществе, дали развиваться. И сегодня мы, так же, как и вы, ратуем за то, чтобы наш город процветал, был дружен, был прекрасен. В следующем году украинская автономия намерена продолжить работу и планирует поехать на Украину, в город Житомир, для восстановления связей. Юлия Лаптева, Виталий Немов, «Наше время».